Здравствуйте, друзья! Показываю вам свои крупнолистные гортензии. Кто не знает, я живу в Беларуси. Погода у нас сейчас минус 2 градуса. Через несколько дней, сегодня уже 6 декабря, через несколько дней обещают понижение температуры, но в принципе уже даже календарная зима. До сих пор я показывала свои вот эти крупнолистные гортензии. 2 ноября я их полностью обрезала, полностью подготовила, обработала. И они у меня стояли в гараже. Гараж неотапливаемый, по краям гаража. Температура там была, даже когда на улице были морозики, там было плюс 1 градус. Мороз туда не доходил. Но через пару дней у нас обещают уже на улице морозы. Я думаю, при открытии гаража где-то тоже, чтобы мои гортензии не подмерзли, я их уже собралась опускать в подвал. Почему я рано их не опускаю в подвал? Потому что, знаете, если я знаю, что в гараже, я не могу в своем подвале регулировать температуру. И там температура, естественно, повыше, чем на улице. Но я должна была не допустить, чтобы они не пошли в рост. Ну, видите, видно почечки на моих гортензиях. Вот они, почечки. Показывала, что я убирала, проливала их водой и замульчировала. Кстати, где хорошо я замульчировала мохом сфагнумом, там, посмотрите, такая влажная земля. Вот где меньше было вот этой мульчи у меня, видите, она немножко как бы суховата. Поэтому эти чуть-чуть пролью или вот так обкладу сверху снегом. Видите, в каком состоянии? Почечки зеленые, а если бы я их уже рано поставила в подвал, там все-таки теплее, она у меня могла пойти вегетировать. Я как-то первый год хранила в подвале, рано поставила, и к декабрю я уже увидела белесые вот эти зеленые побежки, она у меня пошла в рост. И уже на 8 марта, в общем, зацвели мои гортензии на подоконнике. Поэтому я вот тоже тут, видите, немножко как бы суховатый грунт. Значит, тоже чуть-чуть пролью. Сильно поливать не буду, потому что корневая сейчас не работает. Гортензии мои спят. Ну, конечно, немножко увлажню, чтобы не пересыхало. И, конечно, лучше замульчировать. Подвал у меня сырой. И, в принципе, поливать я их никогда не поливаю. Ну, видно там, видите, почки. Видно почечки. Пока моя гортензия себя чувствовала нормально. Вот, ну, в общем, все гортензии, которые выглядят у меня в таком виде. Это из новинок Love You Kiss. Ой, вот эту я выкопала, она сама у меня отводкой прижилась. Видно, что две почечки, тоже замульчировала. Хочу ее опустить. Ну, вот когда гортензия в таком виде, эту, конечно, я не буду опускать в подвал, потому что она вегетирует. Ей все-таки просто нужно прохладное, чтобы она остановилась в росте, прохладное помещение, но чтобы хотя бы был световой свет поступал. Поэтому у меня два горшка остается зимовать в предбаннике. Там температура ниже плюс 5, ниже, чем плюс 5, не опускается. Ну и эту туда занесу, вот этот экземплярчик. А остальные все, видите, тоже как бы влажная земля, замульчировала, и сейчас их спущу в подвал. Тут, где была суховатая земля, как мне показалось, я снегом так вот обложила, я думаю, что обклала, я думаю, что он там растает в подвале и немножко увлажнит этот ком. Ну, в общем, вот в таком виде мои гортензии. Это пильчатая гортензия, немножко ощущение, что такие стволики сухие-сухие, но я вам говорила, что она цветет на побегах вот на этих, и на тут что-то сломано, наверное, я с машины вылазила, сломала. Ну, сейчас обрежу. Она цветет на побегах и прошлого, и нынешнего года. Вот в таком состоянии мои гортензии. Значит, действие связала, чуть-чуть пролила, замульчировала и в подвал. И буду показывать, как будут себя они вести. В общем, я думаю, что у кого стоят в подвале, стоит проверить, кто раньше их опустил. Но я всегда
на своей территории, вот в Белоруссии, как вам сказать, какая у нас погода, это 4-я климатическая зона, но морозы минус 6, ниже, чем минус 7, у нас еще их не было. Но обещают, все-таки зима придет в свои права. Вот, ну, за дело. Спасибо, дорогие друзья, и до свидания.